И вот я что хочу сказать тем, кто не верит мне. В комментариях находятся такие умники, называющие себя железнодорожниками, которые не верят мне, что такие электрички, как это вот, R2K, до сих пор ездят. Так вот, пожалуйста, убедитесь в этом сами. Я даже на фотографии поставил дату. И чтобы уже не... Давайте закончим с этим. Если вы там где-то живете, блин, в своих там, не знаю, там, в шикарных условиях и ездите на ласточках, то не думайте, что все так живут. Да, этот старичок антиквар. Но он еще будь здоров, как катается. Депо Курган. Вот. Он ездит, поверьте мне. А мне, блядь, пишут в комментариях. Да ты, да еще оскорбляет всякими штуками, что типа, да быть такого не может. Эти такие электрички давно уже сняты с производства. Этой электричке вообще, ей больше лет, чем мне. И чем моему дедушке, наверное, блядь. Двери современные. Вот такое. Тут для велосипеда место есть. Так что добро пожаловать. Тук-тук-тук. Кто там? Так что ехать нам придется. Кто там? Кто там? Блин, 100 грамм. Какие мягкие сиденья. Моя жопа просто отдыхает. О, антиквар, ёп. Так что скоро мы поедем. Вы говорите, не ездят. Еще как ездят, блядь. И долго будут ездить. Это вам не на ласточке. Но зато... Зато здесь вполне комфортно. Ну, в смысле, тепло. Да. Тут печки так хуячат, смотри. Нифига себе вообще. Жесть. О, видишь? Ну, это немножко не такая, да. У нее сиденье чуть-чуть помягче. Но то же самое, хрен. Так что вы не думаете, здесь все такие. Кроме одной единственной ласточки, которая ездит в Екатеринбург 2 раза в день. Но ехать на таких сиденьях для худого человека это целое испытание. Что случилось-то? Что у него с объективом? А? Ну, мы поехали, видишь? Чистенько, уютно, вполне себе комфортный такой олдскульный старичок. Милиция. Знаешь, как танк. Звук детства, да? Олдскульная электричка.
Бедная моя жопа. На такой... Не передать, с каким комфортом я сижу. Ну просто в дерево. Это еще какие-то пчелы, наверное.